1 апреля начинается прием заявлений в школы. Для детей, проживающих на закрепленной к школе территории, он продлится до 30 июня. С 6 июля образовательные учреждения готовы принимать заявления от семей, прописанных в других районах. Завершится заявочная кампания к началу учебного года. В 2021-2022 учебном году в первый класс пойдут 16 700 ребят. В связи с большим числом первоклассников в некоторых школах будут открыты от 6 до 16 первых классов. Родители могут записать ребенка электронно или лично подойти в школу с документами. С 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от тех, кто проживает на закрепленной к школе территории, и те, которые имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление. Правом первоочередного приема в первый класс имеют дети военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел, Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Также проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение в школы. Подробную информацию о зачислении в первый класс можно найти на сайте Управления образования города Чебоксары, муниципальных районов и общеобразовательных организаций.